Вступление в книгу «Заар» 7. И приписывает книга «Заар» этим 10 сферот. Хохме и Бине, Тиферет и Мальхут, 4 цвета. Белый в сфере Хохма, красный в сфере Бина, зеленый в сфере Тиферет, черный в сфере Мальхут. Как написано ниже в книге Заар на недельное чтение. Берешит, том 2, страница 14, пункт 27. Пояснение. Приведем пример. Оконное стекло, состоящее из четырех цветных стекол, этих самых четырех цветов. И хотя в стекло проникает один и тот же свет, тем не менее, когда оно проходит через цветные стекла, он образует цвета и образуется четыре вида цветов. Белый, красный, зеленый и черный. Так и свет, заключенный во всех сферот, представляют собой божественность и простое единство отрож. Мира от зерут до сок мира Азия, а отделение на 10 сферот. Хохму и Бину, Тиферет и Мальхут происходит благодаря сосудам, называющимся Хохма и Бина, Тиферет и Мальхут, ибо каждый сосуд подобен пропускающему свет. Ибо каждый сосуд подобен пропускающему свет, препятствию, через которое божественный свет проходит по пути к получающим. И поэтому считается, что каждый сосуд создает свет другого цвета. Так что сосуд Хохма, находящийся в мире Азерут, пропускает белый цвет, то есть бесцветный цвет. Ибо сосуд мира Азерут подобен самому свету, и по этой причине божественный свет никак не меняется, когда проходит через него. И в этом смысл того, что говорили мудрецы в книге Заар о мире Азерут, ибо он Маацер, и жизнь его свет, и кости его сосуды едины по своей природе. Как написано ниже, смотри также видение мудрости Кабалы, пункт 6. И поэтому свет мира Азерут считается белым светом. Иначе обстоит дело с сосудами. С сосудами. Иначе обстоит дело с сосудами миров. Брия, Яцира, Асия, где свет уже благодаря этим сосудам претерпевает некоторое изменение и становится слабее, проходя через них получающим, то есть в сравнении с красным светом применяется к Бине, представляющая собой мир Брия. А зеленый свет сравнивается со светом, достигающим Тиферет, представляющий собой мир Яцира. А черный свет достигает сферы Мальхут, представляющий собой мир Асия. О мире Азерут, ибо он Маацер, и жизнь его свет, и кости его сосуды едины по своей природе, как написано ниже, смотрит.
также видение мудрец, который путь шесть. И поэтому свет мира отсылут, считается первым светом. Иначе дело остается с нудами миров, грия, яцира. А сия, где свет уже благодаря этим сосудам. Через них получающим, то есть сравнение с красным цветом применяется в бине, представляющий собой мир брия. А зеленый свет сравнивается со светом, достигающим тигре, представляющий собой не собой мир яцира. А черный свет достигает сферы манкут, представляющий собой мир. Mm-hmm.